Многодетный отец Александр Божин не скрывает радости. Сына решили назвать Савелий. Счастливый глава семьи признается, о таком богатстве и не мечтал. Я думаю, я вообще умру хвостиком. Вот попалась мне девушка моей мечты. Трудностей Божины не боятся. Старшие дети уже подросли и помогают маме и папе по хозяйству. Ну, у нас все друг за дружкой закреплены, в принципе. Старший за младшим. Он у нас всегда младших смотрит. Когда младший рождается, мы передаем в руки старшему. У нас старший смотрит за младшим. Пока маленький Савелий сладко спит на руках у отца, родители принимают поздравления. Подарок от региональных властей самарской семье вручает министр здравоохранения Михаил Ратманов. Хочется порадоваться за отца, что это большой мужской поступок. Взять на себя такие обязательства. В Самарской области проживают 24 тысячи многодетных семей. Каждая получает финансовую поддержку в виде пособий, компенсаций и льгот. Кроме того, со следующего года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова семьям с новорожденными будут вручать подарочные наборы, в которых будет все необходимое для малыша. С начала 2019 года в регионе началась реализация нацпроекта «Демография». Совершенствуется финансовая поддержка, строятся новые школы и детские сады. Задача нацпроекта – повысить качество жизни семей с детьми и, как следствие, рождаемость. Лариса Шлафаст, «События».